Всем добрый день. Ну что, сегодня начинаем новую главу в нашем земледелии. Это выращивание дерева павловни. Вот пришли мне вот такие вот корешки. Корешки павловни. Значит, сколько их тут штук. Сейчас посчитаем. Будем выращивать дерево павловни. Кто не знает, что это за дерево, это быстро растущее дерево, которое за 5-6 лет может вырасти там, до диаметра 40 сантиметров с ровным стволом, с большими, вот как пол, наверное, стола, листьями и очень красивым цветением, похожим на японскую сакуру. Ну, загуглите павловния, и вы сами увидите. Значит, вот такие вот корешки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 15 штук, да. Вот на некоторых тут уже, смотрите, почки имеются. Которые стартанут. И это у нас будут будущие мои саженцы. Ну что, если интересна эта тема, ставьте лайки. И буду показывать полностью тему от корешков и до выращивания саженцев и деревьев павловни. Высаживать, значит, сейчас я подготовлюсь и покажу, как я буду их высаживать и куда. Так, значит, что мы делаем? Не сказал я сорт, у меня Паутонг Z07. Обрезал я, значит, стаканчики. Добавил несколько грамм гермона и замочил корешки. В емкости. Сейчас, значит, будем их пикировать по стаканчикам и накрывать вот таким вот способом, создавать термос. Ну, не термос, парничок. Два стаканчика сделал я прозрачных, чтобы было видно развитие корневой системы контрольных. И будем на весну выращивать саженцы павловни. Так, ну все. Распикировал корешки по стаканчикам. Теперь, значит, что делаем? Накрываем. Вот так вот. Создаем парнички. И в теплое место при температуре там 20-30 градусов они будут у меня развиваться. Как они будут развиваться? Ну, по ходу буду все это показывать. Значит, два у меня пойдут на окошко. Там места есть чуть-чуть. И остальные в теплицу с отоплением.